Конечно, очень неприятно чувствовать себя немножко обманутым. И даже в случае покупки нового автомобиля. А такое случается. Потому что автомобиль дороже 500 тысяч рублей попадает на каско. Теперь дальше я вам расскажу интересную особенность этого самого каско. И того, как вы приобретаете этот автомобиль. Первый год он льготный, 5%. В общем, не так уж и много, если ориентироваться, допустим, автомобиль стоимостью 900 тысяч, ну, 55 тысяч – это каско. Второй год машина дешевеет на 10%, но каска включается как на БУ – 12%. И никто вам там с каски не будет рассказывать, что автомобиль вы уже обращались по каско. В любом случае, накидает по самые кривые помидоры. В моем конкретном случае 75 тысяч рублей. Но с недавних пор я узнал, что Мечел Банк, который располагается, одно из отделений которого располагается здесь, по Ленина 160, сейчас предлагает абсолютно новую и очень удобную систему кредитования. Без каска. И приличная сумма до 1 миллиона рублей. То, что я слегка недолюбливаю у страховщиков, вам, надеюсь, теперь понятно. То, что Мечел Банк отошел от принципа повального каскования, приятно. Каска вообще страховщикам выгодна именно в случае с дорогими авто, большинство которых большинству же жителей Южного Урала недоступны. А Мечел Банк работает на нас. Конечно, можно было бы долго говорить о преимуществах. Расскажем о наиболее очевидных. Вас не притягивают к салону, и вы не попадаете на дорогое гарантийное обслуживание. Вы с помощью банка можете и продать, и купить машину. И самое интересное, в кредит можно приобрести автомобиль проходной, 7-летнего возраста. А это значит, вам доступна вся Америка, включая 300-ю Lexus, пятерки BMW, и даже учитывая безумную растаможку от объема, которая на пикапы, например, не распространяется, как, впрочем, и на лимузины, проходящие под категорию автобуса. А теперь обсудим преимущества работы с Мечел Банком со специалистом. Так, Мечел Банк, он солиден и стабилен. И мы не хотим играть в пирамидки, не хотим приглашать сюда людей, которые заранее должны знать, что дорогой автомобиль они не купят. Если человек замахнулся на автомобиль свыше 500 тысяч рублей, какие условия он должен соблюсти? Свыше 500 тысяч клиенту необходимо будет предоставить, ну, во-первых, от автосалона, безусловно, счет на полную стоимость автомобиля. Это может быть любой автосалон нашего города, а также городов Уфа, Челябинска, Белорецка, Сиба и Училы. Также от автосалона он должен будет предоставить ксерокопию ПТС, заверенную автосалоном. Ну и помимо всего прочего, документы. Паспорт, второй документ – это либо страховое пенсионное удостоверение, ИНН, загранпаспорт, либо водительское удостоверение. И плюс справочку о заработной плате по форме 2 НДФЛ. Давайте все-таки определимся. Ну, чтобы люди не бежали, допустим, увидит наш студент какой-нибудь, скажет, вот захотелось, вот какой Мечел Банк-то интересный, какой молодец. Давайте просто отсортируем. Людей, которые могут взять автомобиль за 300 тысяч, есть такие машинки, есть машины за 500 тысяч, есть машины, которые ближе к миллиону. Исходя из заработной платы, мы будем определять, может ли клиент взять у нас кредит на определенную сумму. То есть ежемесячный платеж заемщика не должен превышать 50% от дохода заемщика. В принципе, достаточно понятно. А теперь, ну, чтобы люди не бегали сюда, у вас же есть справочная служба. Да, безусловно. Наши клиенты в течение 5 минут могут получить консультацию по телефону. Если они уже определились с автомобилем, они могут позвонить, сделать полный расчет. Все как бы расчеты предоставляются. И плюс сориентироваться по документам. Кредэксперт обязательно сориентирует, когда и куда лучше подойти и какие документы предъявить. Ну, ни для кого не секрет, что в любом случае ПТС-ка от автотранспорта будет находиться у вас. Но если человек захотел продать автомобиль, как ему правильно поступить? Ну, вообще, так как автомобиль является залогом, клиент не имеет права продавать автомобиль до тех пор, пока он не расплатится за свой кредит. И именно поэтому ПТС хранится в банке весь срок кредитования. Он просто берет деньги у покупателя, погашает кредит, забирает ПТС и ищет себе новый автомобиль. Почему нет? Возможен такой вариант. Конечно, сейчас появилась возможность реально приобрести очень хороший автомобиль. Если таковые новые стоят выше пределов кредитования, то, извините, каска. Но чудо Мерседесы корейской сборки. Форды практически все, Фиаты и Мазды. А я сейчас назвал реально качественные автомобили доступны. А из тех, что класса аналогичного и выше,
то они тоже, пусть и БУ. И пусть вас не смущают царапины и вмятины. Есть частники, которых я вам скоро покажу, с помощью которых вы за короткое время можете утереть нос владельцам иномарок новых, но в том же кузове. А такие автомобили вы можете искать и в Башкирии, и в Челябинске, разумеется. А представьте, каков выбор авто в трехмиллионнике, если на ЦГЯ места нет. Но и там, и тут вам приобрести должного железного коня поможет Мечел Банк. Кстати, можно долго не выбирать, не лазить по интернету. Можно сюда приехать, на авторынок ЦГЯ, чтобы понять, какую машину вы можете приобрести. Машины здесь хорошие, их много. И вот, допустим, автомобиль Lexus RX300. Он тоже попадает под кредитную программу, потому что возраст этого автомобиля 2001 год. Ну, машине всего 7 лет. Дальше еще интереснее. Вот уже 2002 год. Достаточно свежая машина, трехлитровка, кстати, и за 750 тысяч рублей. Теперь уже совет и продавцам, и покупателям. Вы, конечно, можете долго искать и не найти возможность получить кредит. Но в Мечел Банке вы можете это сделать. И вам всего лишь достаточно просто вдвоем приехать, оформить все на месте, а за оформление денег там не берут, и все.